Несколько часов назад в самом центре Нью-Йорка открылся небольшой магазин, сразу заинтересовавший покупателей. В бутике продают майки с изображением Владимира Путина. Название магазина символичное. Миротворец. И дизайнерские футболки соответствуют тематике. Российского президента можно выбрать либо на фоне лирических строчек из «Битлз», либо в костюме супергероя. Покупатели коллекцию, судя по всему, оценили, в чем убедился Алексей Веселовский. Манхэттен, угол 20-й улицы Бродвея, отели, рестораны и много туристов. Магазин, в котором начали продавать коллекцию майк с изображением Владимира Путина, с улицы не заметить сложно. Он украшен плакатами с изображением голубей, а на витрине рисунок российского президента с голым торсом. Первые покупатели уже выстраиваются в очередь, тем более, что другого магазина, где можно купить майку с портретом Путина, в Америке нет. Я люблю Путина. Американское правительство пытается выставить его преступником, а мы здесь хотим только лишь мира. И вообще, это клевая майка. Такой товар в Нью-Йорке точно еще не видели. Вот майка с изображением Путина. All you need is peace. Все, что вам нужно, это мир. Потом здесь Путин peacemaker, миротворец. Занимайтесь любовью, а не войной. Это уже крымская тема. Happy reunion. Счастливого воссоединения. Крым-Россия. Вся коллекция объединена одной общей идеей – «Peacemaker», «Путин», «Миротворец». Каждая майка стоит около $25. Причем майки – это не то, что продавалось и продается в Москве под брендом «Все путем». Эту коллекцию создал молодой американский дизайнер Джулиус Косинскис. Я думаю, люди просто не знают достаточно о нем настоящем. Все рассматривают его как агрессора. Мало кто видит его как человека, пытавшегося замедлить развитие событий, таких как в Сирии. То, что он сделал в Украине, некоторые думали, что это акт агрессии. Но лично я считаю, что он просто решил давнюю проблему, зайдя с другой стороны. Идея коллекции пришла к Джулиусу после просмотра американских телевизионных новостей. Именно тогда он, говорит, понял, что в Америке Путина воспринимают не так, как нужно. И с помощью майк Джулиус хочет подправить имидж российского президента в США. Главное – объяснить его намерения. Ну, майки – это только начало. На них дизайнер останавливаться не собирается. Уже в ближайшее время он собирается создать новую серию вещей с портретами Путина, но уже потеплее. Тем более, что в Нью-Йорке сейчас тоже холодает. Алексей Веселовский, Владимир Бадиков, НТВ, США.